Приветствую вас, командиры. Разрабы анонсировали новый патч ноут. Не теряя ни минуты, я перевел для вас видео с официального канала World of Warships Legends. Так что, как всегда, с вас царский лайк за мой четкий перевод. И мы начинаем. Праздники уже здесь, и легендарный Ямато наконец-то появится в игре. Ямато — это первый корабль легендарного уровня и самый мощный корабль в игре. Миссия «Морской гигант» будет доступна со второй недели обновления, с 30 декабря. Выполнение миссии принесет вам два особых элемента нашивок. Ямато — универсальный корабль World of Warships Legends. Он имеет самые мощные 460-мм орудия главного калибра и лучшую в игре противоторпедную защиту. Эти показатели будут вселять страх вашего противника. Чтобы использовать Ямато, вам понадобятся особые монеты. В матчмейкинге Ямато заменяет три корабля. Для выхода в бой вам понадобятся кайт-токенсы. Получить кайт-токенсы вы сможете, выполняя боевые миссии или купить их в магазине. Также в этой кампании вы будете получать монеты Сакуры, за которые можете купить всякие ништяки или премиум корабли, которые будут доступны за эти монеты. Но это еще не все. Элегантный, но чудовищно опасный премиум линкор 7 уровня Жан Барт будет доступен в кампании «Последний линкор». Имея в оснащении особый навык быстрой перезарядки главного калибра, вы сможете наносить колоссальные чудовищные уроны с удивительной скоростью. По завершению кампании «Последний линкор» вы получите этот корабль и много полезных вещей кроме него. И в завершении, этот патчноут принесет много балансировок в игру. Улучшение ББ снарядов Йорка, добавление крейсерам 7 уровня ремонтной команды. Также изменения коснулись кораблей Акацуки, Нагата, Амаги и Айова. Их, к сожалению, понерфили. Точки появления на картах высоких уровней были изменены таким образом, чтобы обнаружение кораблей происходило несколько позже. Более подробную информацию вы можете найти в патчноуте в нашей группе ВКонтакте. На связи был канал Battleship. Всем удачных морских сражений, командиры!